10 лет ремонтных работ и почти 15 миллионов евро инвестиций. Именно столько потребовалось времени и средств для того, чтобы полностью преобразить гордость Литовской Республики морской музей-аквариум. За это время и на эти деньги обновлены все технические узлы музея, системы очистки отопления, аквариумы и даже коллекции редких рыб. Музей пополнился несколькими обучающими экспозициями для детей и взрослых. Вероятно, самая долгожданная и интересная экспозиция музея – это громадный бассейн объемом в 750 кубических метров, на который можно смотреть не только снаружи, но и изнутри. Под бассейном оборудован акриловый туннель, который позволит посетителям почувствовать себя частью подземного мира. Над головами посетителей будут плавать осетры и скаты. И мы сейчас находимся в самом впечатлительном месте нашей новой экспозиции, то есть туннеле. Этот туннель нас переместит, как бы сказать, наверное, не только в теплые моря, потому что над нами будут плавать не только раи, но и осетра. Обновленная вся экспозиция. И наша экспозиция будет рассказывать историю, которая начнется в Литовском ручейке. Мы увидим все рыбы, которые живут в литовских реках, в литовских озерах. И так пойдем до Балтийского моря. Всего в музее заново оборудованы 23 аквариума разных размеров. Уже скоро в них поселится более 300 видов пресноводных, морских рыб, моллюски, медузы, крабы и другие представители водной флоры и фауны. Реконструкция музея стала вызовом и для экологов музея. К примеру, для того, чтобы объединить в одном бассейне таких редких и дорогих экспонатов, как скат и осетр, пришлось повысить соленость воды с 6 до 15%. Это приходилось делать очень медленно, чтобы не навредить обитателям музея. Для первых посетителей музей откроет свои двери меньше, чем через месяц. Открытие запланировано на 3 декабря. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.